ночные приключения, твоя жизнь в рейсах поездов под стук колес. И нелегка твоя работа, без сомнения, и по России поезд вдаль тебя унес. Ты видишь города и села, и деревни, и люди разные встречаются тебе. Ты первая им открываешь двери, и первая ты в их судьбе. Ты проводница в РЖД, такая служба, но улыбнуться всем обязана всегда. Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Ты и психолог, ты и продавец, и нянька. Кого-то разбудить, чтоб выход не проспал. Кого-то поругать, чтоб пьяный с позаранку. А с кем поговорить, кто в тишине устал? В плацкарте или в купе, неважно, где ты едешь. Вахтовиков, студентов, семьи видишь ты. Военных или бабушек там встретишь. Построишь с каждым для общения мосты. Ты проводница в РЖД, такая служба, но улыбнуться всем обязана всегда. Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Ты проводница в РЖД, такая служба, но улыбнуться всем обязана всегда. Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Ты проводница в РЖД, такая служба, но улыбнуться всем обязана всегда. Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода? Кому-то кружки, а кому-то сахар нужно, ну а кому нужна горячая вода?